Привет. Я собралась в магазин, но свернула сюда. Свернула сюда, шла-шла по тротуару, и вот тебе, пожалуйста, тротуар закончился. Я сейчас проходила вон тот дом, да? Так не буду его показывать внимательно. Там на этих, на балконах чего только нету. Такой хлам стоит. И украшен еще, там еще лебеди были. Украшены еще все это огнями, но там и коляска, и велосипед, и чего только нету. Я просто подумала. Ну, это посторонние машины. Здесь не страшно, что номера видно. Кому надо, пусть выясняет. Пусть жалуется. Так вот, я что хочу сказать, да? У нас бы такое даже не разрешили на балконе держать. Сразу бы сделали замечание, убери. Я иду по дороге, потому что там же тротуара-то нету. Вон он. Вместо тротуара что? Я вот это вот увидела и думаю, может, здесь парк какой? Пойду, думаю. Надо же мне посмотреть, что за местность вокруг. Что я хожу только по магазинам. Мне уже, честно говоря, даже и надоело. Потому что купить себе ничего не могу. Arroyo Point Apartments здесь есть. Сейчас я, наверное, туда зайду. Чтобы мне не заблудиться. Ой, ну там какие-то деревья. А, там вот эти вот деревья, где я вот вчера ходила, апартмент. Там однокомнатные квартиры были. Ну, я потом только узнала. Я там ходила, вот на экране смотрю, да? На экране. Там так светло, так солнечно, а я ходила как в лесу. Так было здорово. Так, я сейчас зайду в эти апартменты. Ну, я название не показываю. Ничего страшного, это от нас далеко. Но все равно. И все равно я иду не в эти апартменты. А вот какой-то мост увидала и иду туда. Здесь какой-то трейл, по-моему, есть. Сейчас я посмотрю. Я это уже где-то видела. Вот гражданина не буду показывать, хотя он виден там. Вот это вот. Aus to protect Steel Creek. Вот нарисован. То ли журавль, то ли аист. Да, здесь трейл. Вот, извините, апартмент в другой раз будет. Здесь что растет? Ежевика? Ой, как красиво, вообще бесподобно. Ну, это, Лена, для тебя. Чтобы ты посмотрела Северную Калифорнию. Вот тебе дерево. Я, кстати, слышала такие голоса, как будто бы вот колибри. Вот речка грязная. Фирюзинка, можно сказать. Или чулинка. Она идет от меня туда, а я думала наоборот. Она навстречу мне идет. В общем, вон эти апартменты, потом, может, зайду. А сейчас пойду по этому трейлу. Туда трейла нет, там вон этот заборчик, сетка рабится. А вот сюда вот есть. Ну, меня предупредили, когда я приеду в Санта-Розу, чтобы я не ходила, свой телефон не показывала, все прятала, что здесь всякое может быть. Детская площадка, пожалуйста, тебе. Прям настоящий домик. Чтобы и телефон прятала, и сумку прятала, и не ходила, не зевала. Сказали, город большой, всяко может быть. Здесь трейл такой прямой. Ну, приятно по нему ходить, это... Недалеко от нас, кстати, можно по утрам ходить. Но мне что-то утром не хочется выходить. Вот я тяжело так дышу. Я даже не знаю, чего. То ли от того, что я просидела целый год, не выходила никуда, нельзя было. Ни в магазин, ничего в 2020 году. То ли от того, что два раза переболела. Как девчонки говорят, простым гриппом, легким. Может, от этого такая дышка. Но я знаю, что если я начну вот так вот ходить, что я начну работать, в смысле по дому, так, не так, что за тебя посуду помыл кто-то, машинка что-то, постирала, высушила белье. А если сама все это буду делать, у меня все пройдет, и одышка, и все что угодно. Если буду не на машине ездить, а на автобусе прыг-скок, тогда, конечно, и одышка пройдет, и все пройдет. Вот здесь дерево такое.
Это сосна. Видно, что сосна. Вот она. Ой, запах здесь какой-то. Ладно, пойду отсюда. Здесь вот какие-то то ли апартменты, то ли что, не знаю. В общем, я вот это вот показываю не от того, что я либо что-то снять, либо поснимать. Про кузнечиков уже закрытая тема. Или там, допустим, ну что, допустим. В общем, снимаю, да, Северную Калифорнию. Ой, какой запах ужасный. Вот и снимаю. Речку снимаю, дорожку снимаю, деревья. Вот они, эти кусты или что это, только начинают, это, извините, палец. Рука устает. Вот кактусы. Но запах я скажу. Так что я утром здесь гулять не буду. Вот я и снимаю эту речку. Там дальше железнодорожные пути, кажется, за заборчиком. Пойду посмотрю, что там. Еще вчера хотела же я. Там какая-то станция, парк какой-то написан был. Но я так поняла, что там конечные автобусов. Хотела это заснять, увидала те апартменты. Как в лесу там погуляла, такой воздух хороший был, так хорошо было, кто-то елку выбросил. В общем, я так поняла, что в эту речку все сбрасывают. Все, что можно, все туда сбрасывают. Но запах не оттуда идет, не со стороны этой речки, а вот с этой стороны какой-то жареный. Вот бывает масло, когда уже пропало. Вот отсюда вот можно зайти или выйти. И вот мне самой неприятно, когда вот я слышу только свое дыхание там. Ну а что сделать мне? Так, вот здесь вот такую вот эту площадку оборудовали. За вот этим, за этой калиточкой. Цветочки понасажали. Стульчики с подушечками. Кактусенок. Да. Вот какое-то прогорклое масло, как будто бы давно-давно лежало, или столовка давно уже не работает. Вот зайдешь туда, вот так, там вот, это, наверное, то, что я вчера гуляла там, вот это, по деревьям узнаю. Хоть сейчас уже и 5 часов, я так вот не посмотрела, сколько время, и уже темнеет, я ж могу заблудиться. Ой, да это же станция, вон этот у него платформа. Вон остановка, вот на возвышении вот такая лесенка. Я извиняюсь, если трясется здесь у меня. Постараюсь плавненько снимать. Вон, да. И она посерединке стоит, и с той стороны можно на поезд сесть. Или с этой. Может, это не поезд, а что-то такое, я не знаю. Там Парк Стейшн было, может, оттуда идет. Так, Санта-Роза, Норс, аэропорт. Здесь недалеко аэропорт. До Сан-Диего 2 часа лететь, лету. Санта-Роза Норс, станция, наверное, так называется. И там тоже такие какие-то деревья, какие-то дома цветущие. Вот я вчера здесь ходила, скорее всего, да, точно. Просто я не шла там, где у них стоянки, машины. У них гаражей нету, и там квартиры однокомнатные. Ни тебе детей, ни тебе машин туда-сюда. Машину ставишь вот здесь вот, а уже внутрь, там внутри вот и дворик, и эти два этажа. На первом этаже одни живут, на втором этаже другие живут. Коридорчики, в общем, там очень красиво было. А то, что я видела потом на экране, вот она станция, то, что я видела потом на экране, мне совершенно не понравилось. Как будто я в пустыне какой-то ходила. А на самом деле было как в лесу. Ну, это же Северная Калифорния. Я не знаю, как, откуда я сейчас выйду, но я попробую сейчас направо пойти. Там должен быть молл. Должны быть там уже эти магазины. Я вчера в Олд Неви была. В Олд Неви была я вчера. По-моему, еще и в Пабликсе была.
Ой, не Павликсе, а этот Whole Food. Все, я заканчиваю, потому что уже 10 минут. Здесь вот так вот какая-то дорожка, можно пройти на ту станцию. Rail Crossing написано, Road. Railroad Crossing. Так. Вон там какая-то гора. Ну, может, еще сейчас вот это закончу и потом еще буду снимать. Там и не пройдешь на ту сторону, я так думаю. Там же закрыты вот эти вот, как их, калиточки желтенькие. Ладно, я отключаюсь. Сейчас, если что хорошее увижу, еще буду снимать. Пока.